поле сегодня не выбрасывают сколько ракушек. Немножко штормит. И вот он весь берег в ракушках. Собирают. Местные для чего-то собираются, наверное, в хозяйстве куда-то применяют. Там 27 декабря. Сегодня пришли на море, как видите, очень сильный ветер. Я вот спряталась за ракушками, здесь не так дует, но очень сильные ветра. Кто на будущее собирается приезжать в декабре месяце, в январе, обязательно одевайте одежду, чтобы была у вас с капюшоном защита. Теплые, глубокие кроссовки. Не прогадайте, потому что здесь очень сильные ветра. Очень даже скажу. И факт, что здесь через день идет дождь, и вроде бы проглядывает солнышко, но очень холодно. И ветер сильный. И если на море придете, вы просто замерзнете. Волну вот такую вот бьет. Вот как видите, выбрасывает много ракушки на берег травы и много денежки, между прочим, выбрасывает море. Вот такая вот погода. Из-за облачность есть, но солнышко проглядывает, но очень мало. Поэтому одевайтесь потеплее. Даже вот в виде уточки, видите, сидят, спрятали носы свои, потому что очень холодно. Волна такая сильная. Где-то проглядывает там так и солнышко, но очень холодно, сильные здесь ветра. Море штормит, местные люди собирают ракушку для каких-то своих целей. Вот оно, сегодня бушует море, немножко штормит, плюс 8 градусов, ветра в городе нет, а здесь возле моря немножечко. Вот собираюсь. Девушка ходит и собирает ракушки. Ракушку. Помощники. Муж, наверное, собирает здесь на берегу ракушки. Стала искателем, ищет монетки, уж золотые изделия, находит что-то. Пальцы, что-то находит, что-то есть, звенит. Вот, наверное, что-то попало. Вот такие рапаны, вот они, их много. Море выбрасывает, когда штормит сильно. Вот они. Видите? Такое дело. И сегодня штормит и выбрасывает. Неплохое. И там мужчина один собирает эти рапаны. Мы сейчас подойдем и просто наберу смелости. Я у него спрошу, для чего он собирает эти рапаны. Вот это тоже убирается? Ага. Так, и встает только. А убирается она хорошо, когда в морозилку ее положил немножечко на это. И вот это все, вот это вот все, вот это все есть. Вот это? Вот это? Да, да, вот сторона, это. Она вся убирает. А это все убирается. Вот, да, это убирается, все, вот да, это. Чистится желудок, и вот это убирается. А желудок у них, покажите, где? Беленький вон он. Да вы для меня Америку открыли. Вот он весь. Ага, вон он. Видите, все ясно. Понятно. Надо в холодильник положить, чтобы хорошо. И вот это столько вы насобирали. И сколько это блюда выйдет вам вот это? Ну, я не знаю, еще ракушки у меня. И отвариваете все. Ну почему? Можно плов делать так же, как с мясом. Можно. Ну как мясо. Морковка, лук, да. Ну, видите, он как морковка? Для мужиков. Видите, какая у него кожа хорошая. Можно я вас засниму? Сколько уже лет едите это? Вы подождите, расскажите блюдо это. Значит, морковочку поджариваете, да, с луком. Морковочка, как мясо просто можно делать. Можно как плов с плова делать, так же готовить. А сколько лет вы уже едите? Ну сколько, второй год. Я тоже тут, да, квартиру в прошлом году купили.
Ну, как понятно. Санаторию. Все ну, ясно, вышел, поэтому собрал. Вы и знаете, что это вышел, такое. Собрал. Ну, а мы ходим, думаем, что люди собирают здесь. Это мешками прям собирают, да. И они подходят прямо вот к морю в сапогах. И а вот это для чего? Ну, понятно. Вот он, Рапан. Видите, уже его здесь нет. А, ну да, его выбрали уже. Вот, все, спасибо. Будем дальше. Ракушки выбросило море. Разные. Вот. Сколько погибло моллюсков этих. Все вот побережье усыпано вот этой мелкой ракушкой. Да и такой средней, и такой ракушкой. Все море. Наверное, просто сама как бы отсев. Тоже, наверное, отсев бывает и в морских водорослях. Что-то лишнее море, значит, выбрасывает. Значит, оно не нужно морю. Вот видите, сколько разновидностей ракушки здесь. Но небезопасно, я думаю, что, наверное, летом небезопасно. Здесь можно поранить ногу только так, если так ракушку выбрасывает. Вот оно все. Сейчас у него прямо вот, кучи прям такие. Вот. Идешь и кричат бедные под ногами. Вот такая вот красота. И по всему побережью люди ходят, собирают.